В эфире радиопрограмма «К слову». Информационное обозрение значимых событий культурной, общественной и религиозной жизни города. С вами главный редактор радиоканала «Радио Мария» Алексей Пирогов. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию интервью архиепископа Сигитеса Тамкявичуса специально для Радио Мария Россия. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. В эти дни группа священников и прихожан из Литвы посещает места памяти блаженного Теофилюса Мутулёниса. И Радио Мария напоминает, что 10 августа в 19 часов будет совершаться месса в храме Святейшего Сердца Иисуса, улица Бабушкина, дом 57, а 11 августа в субботу в 12 часов в базилике Святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте 32. Его Высокопреосвященство архиепископ Сигитес Тамкявичус любезно согласился ответить на вопросы Радио Мария. Благодарим вас, ваше Высокопреосвященство, за интервью. Для слушателей Радио Мария это очень важно. И я сначала хотел спросить вас о цели вашего визита в Санкт-Петербург. Маленькая группа паломников. Я 4 священника, 2 монахини и остальные миряне. Наша цель была конечная, это Соловки, там, где отбывал наказание епископ блаженный Теофилюс. Я счастлив, что нам удалось побывать на острове Анзер, где не только Теофилюс, но и много священников и епископов и православной церкви. И там они в одном месте свое наказание отбывали, там и посетили то место, молились. Ну и возвращая обратно уже в Литву, мы 2 дня посещаем здесь те места, где Теофилюс, где он учился, где он получил сан духовный, потом где он был, стал епископом. А в чем значение подвига блаженного Теофилюса Мутулёниса для России и Литвы? Вот, и какая-то, может быть, есть объединяющая связь? Мутулёнис кончил духовную семинарию в Петербурге. И он до революции, до 17-го года служил. Потом его судили, но через 2 года он вернулся. Тогда он служил в самом Ленинграде уже, он назывался Петербург, и он строил костел Сердца Иисуса. И, так что блаженный Теофилюс, ну, он дорог не только нам, литовским католикам, но он
и много лет служил в России, и так что он и литовцам, и других национальностей, которые жили люди в России, он такой важный. Ну, а другая причина, Теофилюс, ну, нес очень тяжелый крест, он остался верным своей вере, Евангелии, и ему предлагали сотрудничать, и если он согласился, он мог избежать наказаний, но он очень такой прямой, верный, и отказался, и принял большое испытание. И я думаю, особенно в наши времена, когда люди стараются избегать малейшего креста, чтобы все было очень в жизни легко. Ну, блаженный Теофилюс дает пример, что следуя Иисусу Христу, не надо бояться и взять свой крест и идти за Христом. И его пример, я думаю, что очень-очень важный. Ваше Высокопреосвященство, а как, по вашему мнению, есть ли что-то еще в биографии Теофилюса Матулёниса неизвестное, какие-то страницы, исторические моменты, которые еще нуждаются в уточнении, может быть, помогло бы открытие архивов некоторых? Основные там даты, события, я думаю, что довольно все известно. У нас доступны эти допросы, которые велись, но я, конечно, не видел тех допросов, которые здесь велись в России, когда он был первый раз арестован, потом второй раз, когда его отправили на Соловках, а потом еще был из Соловков, его опять привезли в тюрьму, и было следствие, и его отправили на Лодейное поле. И я думаю, конечно, если можно было бы достать акты допросов, было бы интересно, но самое главное, мы о нем все знаем. Ну, мне чуть-чуть жалко, что он очень мало рассказывал о том, как он был на Соловках, как он был отбывал наказание на Лодейное поле, потом в тюрьме Владимира. И он, конечно, кое-что рассказывал, но он, наверное, такой скромный и не хотел там о себе много говорить. И хотя нам это сегодня было бы очень важно. Но самые главные моменты мы о его жизни знаем довольно много. Как лично для вас основная харизма или основная часть пастырского дара Теофилюса Матулёниса, вот для вас, как вы увидели? Матулёнис не такой очень близкий
по тому поводу, что меня посвящали на епископа кардинал Сладкевичус, а Матульонис Сладкевичуса посвящал на епископа. Так, духовная такая связь. Я думаю, что не только для меня, но для всех священников и епископов пример Матульониса очень-очень важный, потому что он был такой, ну, очень радикально шел по пути Евангелия. И в служении и церкви, и как и священников, и епископов, это очень важно. И он не был монахом, но его жизнь такая на 100% по пути Евангелии. Я думаю, это особенно важно, и это может быть примером каждому священнику, каждому епископу. Когда мы служим церкви, всегда есть разные искушения. И не всем удается так следовать за Христом, как это удалось архиепископу Теофилюсу. И на него мы можем смотреть как на примеры, каким должен быть настоящий и священник, и епископ. Ваше Высокопреосвященство, какие перспективы восстановления храма Святейшего Сердца Иисуса вы видите? Будет ли как-то помогать литовская община, или, возможно, должно больше участвовать государство, чтобы восстановить этот храм в прежнем виде? Я думаю, что здесь, в Питере, наверное, больше такой материальной помощи, наверное, надо ожидать от государства, а церковь с Литвы, я сомневаюсь, потому что мы сами пока не богатые, ищем помощи, но думаю, что здесь поможет и Кирхиенот, и Реновабис, и там они имеют, ну, гораздо больше средств, а здесь, конечно, будут нужны очень большие деньги. Уже совсем скоро Святейший Отец посетит страны Балтии и Литву, и мы знаем, что это будет исторический визит, мы уже готовимся тоже здесь, в России. Хотелось бы знать, вот как сейчас Литва готовится к встрече Папы? Ну, мы уже давно начали готовиться, и эта подготовка ведется очень, очень серьезно. И самая главная литургия будет в Каунасе, в том же самом месте, где 25 лет тому назад был папа Иоанн Павел II. Уже началась регистрация, и люди, ну, видим, что очень желают участвовать.
Вот недавно, когда объявили, что уже можно зарегистрироваться, там за полчаса уже все билеты вы уже отдали. И особенно в Вильнюсе, где будет встреча с молодежью. Но это ведется очень активная такая духовная подготовление к встрече и парафиях, ну, все ожидают, и мне кажется, что сейчас мы как-то еще больше стараемся, нежели 25 лет тому назад, тогда много чего не знали, это был первый раз, а сейчас уже имеем и опыта, и я очень рад, что и наши власти, и местные власти очень серьезно относятся к этому визиту. И сейчас по разным телеканалам ведется, ну, много и пишут, и говорят о визите. И, так что я думаю, эта встреча с Папой Франциском будет очень хорошая, и наверное, и естественно, и плоды будут хорошие. И два завершающих вопроса. Ваше Высокопреосвященство, что лично вас связывает с Россией, с какими чувствами вы приезжаете в эту страну? У меня такие неодинаковые чувства. И в России я в свое время имел много друзей, которые мне помогали, когда я руководил выпуском «Хроники Литовской католической церкви». И потом в России я был в лагере на Урале, в Мордовии, но те года, которые провел в России в заключении, ну, тогда, конечно, нелегко было, но в моей памяти они остаются, как сказал бы, для меня это время был дар Божий, потому что когда Господь дает крест, и если его принимаешь и идешь вместе с Иисусом Христом, это время становится серьезно очень большим даром. Так что для меня воспоминание о России, о те времена, ну, в сердце я это воспринимаю как большой-большой дар Божий. Пользуясь возможностью, хочу передать привет от Радио Мария Россия, Радио Мария Литва, и спросить вас, Ваше Высокопреосвященство, о вашем опыте взаимодействия с Радио Мария Литва. Я был очень рад, когда на Радио Марии первые шаги в Литве делал. Я благословил, и первое на
передачи начались из Каунаса, где я был епископом. И очень тесно сотрудничали. И сегодня я очень рад, что Радио Марии обхватывает всю Литву. Мы имеем очень много диапазонов. И сейчас, где я не бываю, где еду на автомобиле, везде могу слушать на Радио Марии. Люди очень радуются, поступают такие положительные отзывы. Просто сегодня я не представляю католической жизни в Литве без Радио Марии. И последний, если позволите, вопрос уже лично от меня. У вас есть аккаунт Facebook. Вы сами его ведете, да, и фотографии там постоянно появляются, и активно очень вы отвечаете. Ну, мне сказал бы, что я там очень активный, но да, сам я, нет у меня специального секретаря, я сам там и тексты пишу, и свои гомилии, и фотографии. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, напомню, что мы беседовали с его высокопреосвященством архиепископом Сигитесом Тамкявичусом. Пятница, 10 августа, специально для Радио Мария, Алексей Пирогов. Вы слушали радиопрограмму главного редактора радиоканала «Радио Мария» Алексея Пирогова «К слову. Информационное обозрение значимых событий культурной, общественной и религиозной жизни города».